Привет, с вами Равбро-Про, и сегодня я буду с вами выживать в моей, моей деревне. Сегодня я буду вам показывать все, что здесь есть. Давайте начнем с отсюда. Вот это футбольное поле, а это мячик. И представляете, что у меня такой же XP, как и у Евгена Бро, представляете? Ладно, здесь у меня такой маленький садик. Вот это моего друга комната. А вот это моя. Не спрашивайте, почему у меня это есть. Это я уже потом вам расскажу. Вы думаете, что я это использовала для... читами. Нет. Просто есть такой лайфхак, как там, где можно ломать бедрок. В общем. Ладно. Идем. А, точно, забыл. Паркурчик. Хотя, я не буду все показывать, кроме этого паркурчика. Нет. Хотя ладно, да. И вот здесь у нас вот чаровальный стол. В общем, сейчас пойдем на мою башню. А, ребята, не спрашивайте, что вот это. Я вам попозже расскажу. Блин, тут же вроде как крипер был. Бр-бр-бр. Кур-кур-кур. О, алмазик. Мой. Не спрашивайте, откуда я столько магмы взял. Хотя ладно, вы и так должны быть знать. Нет! Как же долго... Это моя типа смотровая башня в Майнкрафте. И нам нужно сделать новый щит, потому что мой уже почти сломался. Вот. Ой-ой-ой-ой. В общем, когда идем здесь, вот там тюрьма. Вот это я потом вам покажу. Вот это ракета. Это одна штучка для видео. Это бастион. Да. Вот это башня. Потом вот там домик, еще один домик. Как его там? Вот этот мой складик. Вот там херабрин. Вот это башни. Это мой Nintendo домик скоро будет. Это... В общем, забыл. Вот там синяя магма. Вот там рыбки. Вот это там, где для гостей. Вот там, где я ловлю рыбу, это мой дом. Вот там. И это тоже дом. Это статуя. И там еще есть домик. И это домик. Его очень сложно было сделать. Вот там портал, вот там будет уже бастион этих, там еще деревня и там еще деревня есть. Так, ребята, спускаемся. Так. Нужно подкрепиться. Так. А, точно. Я здесь очень долго. Это ракета, да. Было очень сложно столько железа найти. Так. Надеюсь, этот блок не пропал. Этот блок, который вот здесь, невозможно даже с командными блоками взять. Или, в общем, даже в любом моде. Этот блок нельзя добыть. Я не знаю, откуда у меня этот блок. Я пытался его взорвать, не получилось. И ломать тоже.
Да, не получается. Ну вот, бастион, все такое. Итак, сегодня нам нужно сделать новый щит. Ну или сделать. У меня почти шлем сломался. А кофточку там или что не будет? У меня же вроде как есть где-то. Так. Так. Так, нам нужно шахту пойти. Так, что мне нужно? У меня все летит как есть. Так. Куда? Где же наша шахта? Точно, наша. Вот синяя магма. А это? А ну иди отсюда, иди. Вот. Так, где же наша шахта? Что здесь произошло? Так, пойду-ка я свой. Так, здесь что у меня? А не, у меня только. Не выросло ничего. Так, а почему у меня это подвинулось? Ладно, странно. О, привет, аксолотли. Ладно. Так, я не помню, где у меня шахта. И думаю, у нас вообще этой шахты больше нету. Потому что она у меня взорвалась как-то. О, привет. Да, я с тобой поторгуюсь. Не, мне ничего здесь не надо. Итак, нам, ладно, пока что нам только нужно убить коров. Максимум 10. Да, вот там лодка, там была еще пирамида где-то, только она взорвана. Так. Так, покушать надо. А, ладно, пойдем под землю. Сейчас приду. А, это херабрина штучка. Фух, чуть лава не упал. Вот здесь, ребята, подземный проход. Вот здесь у меня животные, как видите. А вот здесь у нас все остальное. Так. Ой. О, это прошлое, раньше первое оружие в Майнкрафте. Раньше все так, сейчас, а все раньше это было. Сейчас, раньше было это, сейчас вот это. Раньше, в общем, так. Понятно? Стой, зачем нам сюда? Точно. Ладно. Да, у меня каждое броня. Вот это самое тяжелое. Так. Вот это у меня что. Разочарована. Да, я нашел это. Тут голема. О, вот. Ну я и молодец, просто гений. Ну все. Вот здесь у меня снежные големы.
две моб-фермы. О, вот еще одна шахта. Вот, я забыл, что у меня это тоже есть. Забыл я. Так, я ничего не вижу. Нет, здесь ничего нет, ребят. Так. Идем сюда. Здесь что-то есть. О, лазурит нужен. Ножа нет. О. Ну вы даете. Там золото. Ой. Ой, еще железо. Надеюсь, это железо. Ой. Стой. Тут... О, сколько железа. Ой. Сюда. О! 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 Я сам эту шахту почти не знаю. О, золото. Хотя, если честно, оно не очень нужно. О, точно забыл. Ладно, ребята, теперь нужно как-то выбраться. Так, если... Значит, я вернусь отсюда. Ой. Да блин, как я выбрался-то? А, вот, вспомнил. Да. Все у меня здесь ферма. А вот здесь у меня. Ой, долго я добывал. Долго. Если честно, очень долго добывал. Так, здесь у меня забито, здесь. Ой, здесь, так. Это не надо, это. Ладно, ребята, давайте пойдем домой. Так. Так, пойдем на мою другую XP-фарму. Нет! Очень сложно.
Ну, честно, здесь мне не очень по себе так. Ладно, идем до наверх. Ок. О. Мне нужно это, чтобы построиться наверх, потому что здесь у меня нет. Наверное, даже слишком много. И последний пусть сюда идет. Так, 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 так. Так, идем наверх, ребята. Ой, уже ночь. Так, нужно взять мою другую кирку, чтобы сломать все. Так, давай, не знаю, лазу я сюда поставлю. Вот. Не то. Не то. Вот. Так. Железная кирка. Так, ее сломать. Вы спросите меня, а почему я просто все это не могу в печку? Потому что, ну, ответ очевиден. Потому что я хочу себе сделать кирку, которая делает, умножает это. А так нет. Я так делаю, потому что у меня... Зачем тратить... А, не, хотя ладно. Ну, потому что, смотрите, когда вы будете это управлять, только один выпадет, а когда вот так будешь, очень много выпадет тебе. И так с этим. Хотя он не очень полезен в Майнкрафте, но все равно. Видите?
некоторые из них вообще не отправляются. Так, пойдем сюда, добавим это и поджарим. Нужно это. Нужно чуть-чуть. А, нет, больше не надо. Опа. Да. Вот все хорошо, теперь все уже. Вот. И сделаем новый щит. Еще каску нужно. И мою эту. Ну ладно. Сейчас пойдем на мою моб-ферму. О, привет. Такой хорошенький. Хе-хе-хе. Ладно, я ее, правда, по-настоящему не такой. Так, бежим, бежим, бежим. Она на самом верху. Ого, тут уже эта плесень пошла. Вот так я и сделала это. О! Крутая идея появилась, ребята! Блин, у меня каска сломалась. Ну ладно. Нужен ТНТ. Сейчас вы увидите, что я именно хочу сделать. Я думаю, мои подписчики догадаются. Надеюсь, ребята. О! О, этот хорош. Идем. Тын-тын-тын-тын-тын. Мне нужно подкрепиться. Идем. Покажу вам, что буду делать, и закончим видео. О, лук-батон, лук-батон. Слушайте, ток для фиксая. Так, теперь нам нужно... Если... мы пойдем, и вот здесь... Опа! Надеюсь, она не сломается. Круто! Нет, ребята! Ладно. Что произошло? Оп-оп-оп-оп-оп. Ненавижу, когда зомби пыльгины все время появляются неожиданно. Откуда вообще?
кибедит тубзик. Блин! Ну, что я упал? Хотя не разбился, не разбился. Хотя мог. А откуда у меня три? А, ну да, да, да. А если так-то... Хе-хе, бой. Последний пошел. Нет. Моя башня. Что с ней? Я, наверное, слишком много динамита поставил. Да. Придется опять... Восстанавливать придется. Блин. Ладно, ребята. Нужно добыть... Вы знаете чего. Это займет меня долго. Ну, хотя бы не все прям сломалось. И хорошо, что я вообще сделал тюрьму из биодрока. Потому что она тоже сломалась. Все сбергли бы. Поэтому будьте осторожны, если так будете делать, только делайте, ну, максимум один динамит. Так, 100... В общем, 90... В общем, почти 100. А, нет, 98 максимум у меня булыжника и, в общем, все, всего. В общем, думаю, хватит. Хорошо, что хотя бы... Да блин, ладно. Будем делать днем, потому что они тогда вылезти не смогут. Ха-ха-ха. Спаупоинт. Так. Теперь легче будет. О! Понятно. Ну, давайте строить. Ой.
Блин, я не туда строю. Ой. Ладно, ребят, на этом будем останавливаться. Всем пока-пока.